Как дели ишки, ребятки? Да остановись ты на секунду, кобыла! Как делишки, ребятишки, с вами снова! Эй, не спрашивайте, откуда у меня эта кобеляка. Пантелей направо сейчас, прямо, я сказал направо сейчас. Направо, Пантелей. Назад, Пантелей, разворот. Пантелей прячется за дом. Подожди, Пантелей, я сейчас разберусь. Да, ёханый бабай, не дадут мне... Серию начать. Ты где? Иди, я тут. Ты куда пошел? Вот сюда, развернись. Алло. Па! Бесплатная золотая монета. Спасибулечки, Пантелей. Сейчас, да, я перекушу. Ой, пошли. Пантелей прямо. О, собачура, дорога. Сейчас направо, Пантелей. О, вот здесь можешь припарковаться, все. Стой здесь. Не спрашивайте, откуда у меня эта кобыляка. Пока я себе не купил машину, я себе завел нового верного друга. Пантелей его зовут. Я буду на нем кататься до тех пор, пока не куплю себе нормальную машину. Вот, тут сиди. Я дал тебе что-то поесть, я не знаю. Куриц любишь? Ну, можешь курицу поесть. Вот. Я приду за тобой. Красной краской, какой-то кровяным почерком, стекающей кровь. Да что ж это творится? Так подожди, не надо за мной приходить, пожалуйста. Да успокойтесь, пожалуйста, выкиньте этот дьявольский телефон уже куда-то. Мам, пап, вы дома с вами, ничего не случилось. Мам, картошку на кухне квасите, да? Ну, продолжайте, не буду вам мешать. Сгинь, нечисто есть. Кто смотрел предыдущую серию? Если кто-то не смотрел, посмотри, пожалуйста, ее прямо сейчас. Там происходило что-то слишком дикое, и в прошлой серии кто-то мне подсунул этот iPhone в почтовый ящик. Я его подобрал, и с тех пор мне угрожают. Вот. Нажми, посмотри, пожалуйста, только после этого возвращайся. Заткнись ты уже! Так. У меня всегда под моим шкафом был супер секретный сундук. Чтобы его открыть, мне нужно ввести пароль. Отвернись, пожалуйста. Но я введу пароль сейчас 3 секунды и можешь обратно поворачиваться. Ну, закрой глаза. Пожалуйста, не выпендривайся, закрой глаза. Я на тебя рассчитываю. Что у всех закрыты глаза прямо сейчас, да? Хорошо. Никто не увидит, какой пароль я ввожу. Так, все, можете открывать, открывай глаза. Я надеюсь, то, что ты мне не соврал, чтобы у тебя глаза были закрыты. Ага, да. Так, айфон сюда, все. Все, там он точно звонить не будет. Звонит только тише. Еще раз закрой глаза. Вот какие хорошие у меня подписчики. Говорю им закрыть глаза. А подожди, закрой еще раз глаза. Закрой еще раз, пожалуйста. Закрыл. А ты еще с прошлого раза, наверное, их не открывал. Держи закрытыми. Я сюда... А, можешь уже открывать. Я сюда сложу золотую кнопку демастера, потому что вдруг на меня кто-то нападет где-то там в углу и просто... И заберет опять у меня стак золотых монет, кнопку демастера, еще 8 золотых монет. Еще ключ от дома, от предыдущего дома, в который я не могу вернуться пока что еще 3 месяца. Плата за коммунальные услуги и плата за коммунальные... Зачем это мне что-то дичь выбросить нужно? А где остальное? Подождите. А, вот здесь. Это тоже потом нужно будет все переложить вот туда. Нужно держать ухо востро. Этот телефон доведет меня до безумия. Ну чё, все планы, конечно, опять у меня срываются. Мам, пап, пока! Я сейчас вернусь к Костянчику. В первую очередь к Костянчику, потому что если кто-то... Ну, если ты не ешь куриц, значит я их съем. Костянчику нужно вернуться, потому что какие у нас проблемы? Конечно, надпись вот эта пугает меня до усрачки. Ну да ладно, а сильно я хоть от тебя не знаю, охраняй, пожалуйста, здесь все. Завтра у меня открывается ресторан. Да, я еще не успел вам всем сказать, но именно завтра у меня уже будет открытие. Я не знаю, кто мне угрожает. Я не знаю, что вообще происходит. Я не знаю, кто подсунул мне этот телефон. Но два предположения, точнее даже одно. Это какой-то главарь мафии. А тот школотрон, которого я отправил к директору, это его сын.
И тем более этот главарь мафии знает еще менеджера. Это не менеджер был, как все подумали, это какой-то главарь мафии. Менеджер и его помощник, то есть это еще выше шишка даже, чем менеджер. Я постараюсь сейчас пойти еще в школу, постараюсь разобраться с этими детьми, постараюсь уладить все, чтобы этот главарь банды мне не докучал. Вот, Пантелей, постой здесь, пожалуйста. Может, все же ты покушаешь курицу, я не знаю. Вообще, ничего не кушает, сейчас ничего не кушает. Я с ним уже знаком 2 дня, ничто... А ты куда потопал? Я тебя чем-то обидел, может, ты вегетарианец, я тебе здесь курицу пред... Куда ты идешь? Пантелей, стой, пожалуйста, вот здесь. Вот стань здесь, пожалуйста, стань здесь. Я сейчас пред... Наверное, я плохой хозяин. Пантелей, пожалуйста, не уходи от меня, Пантелей. Постой здесь, ради бога, постой. Все, сейчас я приду. Школотроны, здорово всем. Вы... Пацаны, вы с ума сошли? Ты чё там? Успокойтесь. А ты переростыш вообще? Опусти свою пукалку. Опусти пукалку. Пацаны, чё за дичь происходит? И сейчас мне, наверное, да, все скажут, мол, Эдисон, давай перестреляй всех вот этих школотронов. Ага, у них калаши. Кто им калаши-то отдал? Пацаны, не доводите до греха, пожалуйста. Да чё за... Валим отсюда! Я не знаю, кто... Почему у школотронов за одну серию появились калаши? Валим отсюда, Пантелей! Какие-то злые школьники нынче пошли. Идем к Костянчику. Да блять, этот телеф... Пантелей, подожди! Сейчас я... Опа, вот там закопаем. Да, закопаем этот телефон. Да, звони вот там. Все. Хватит. Хотя. Слушай, телефон-то крутой, айфон. Может мне просто симку выбросить и забрать этот телефон себе? Телефон-то крутой, сравните просто мой телефон, да, вот этот и вот этот. Бесплатный телефон на халяву, но меня-то могут отслеживать через эту симку. Короче, я не знаю, что делать, честное слово. Напиши в комментах, если ты хочешь, чтобы я оставил себе вот этот телефон, но я боюсь то, что меня смогут отслеживать через симку. Что меня пугаешь? Я уже думал, ты куда-то ушел. Пантелей, не в эту сторону, в эту. Костянчик вот здесь. Костян, мы к тебе в гости. Знакомься, новый друг Пантелей, который почему-то от меня убегает. Опа. Ядрё. Не стреляй в Пантелея! Слушай, если ты убьешь мою ко... Да ты вообще берега попутал и... А... Я за Пантелея и двор стреляю не то, что в упор, а по яйцам стреляю. Ты был мне как братом, Пантелей. Это все, что от тебя осталось. Покойся с миром, кобыляка, сутуляка. Сейчас, да, я украду здесь цветочки с грядки. Не знаю, у кого. Несправедливица-то такая происходит. Из этой жизни уходят только лучшие. Костя цветочки поливал каждый день, Костя. Господи, я сейчас реально заплачу. Все, Эдисон, хватит, кобыла все же. Ой, ну я настолько чувствительным стал, то что я заплакал, подождите. Эдисон плачет того, что у него умер конь в Майнкрафте. Мне же реально слезы потекли. Жалко, конечно, кобыляку, ну что поделаешь. Костян, Костян, не убиваешь ты, конечно, бандитов. Молодец, что хотя бы тёлок увел отсюда и джакузи свое убрал. Кто вообще смотрел предыдущие серии, тот знает, что Костянчик в предыдущих сериях творил. Это жесть какая-то. Все, Костян. Это чё за дичь? Костян! Тихо! Тихо! Костян! Ядрить, колотить, чё за пожар здесь? Этому человеку вообще без разницы, у меня здесь ресторан горит. Баба Зина, да, тёлка какая-то, еще одна тёлка, бухли... Ёлка стоит, Новый год давным-давно уже закончился! Барабаны, да, потушись, барабаны, бухло, джакузи...
Костя, здесь мертвый медведь в очках в джакузи валяется. Ты знал вообще об этом? Это еще кто такой? А ребенок чей, Костян? Ты уже успел наплодиться здесь? Так, подождите. Ядрить колотить, это тот подписчик, который в Икее застрял, там я его закрыл и... Костян, ты дурак? А подписчика ты зачем сюда пригласил? Ах ты, ладно, иди сюда, только не утопись в джакузи. Тут уже один медведь утонул. Зачем за дичь, какой медведь? Все, хватит. Костя, да ты ах! Да, я чуть... Спокойно, Эдисон, я чуть не сматерился. Костя, ты как... Стой там. Костя, да... Да... Ага. Еще и вывеску сломали. Костя, да тебе писта! Писта! Ну, кто не знал, это не мат. Костя просто ошибся. Он в прошлой серии хотел написать на этой вывеске, на этой рекламе: «Лучше у Васи пицца, паста!» В галактике, точнее. Почему-то написал писта. Костя, тебе писта! Ты в курсе? Сам свою писту будешь кушать. Человек обнаглел просто. Я ему говорю, убери джакузи. Он... Я не знаю, что с тобой творится. И с тобой тоже. Я сказал, уберись, пожалуйста, здесь. А он в итоге... Пошли, я тебе покажу, подписчик, иди сюда. Он в итоге, мало того, то, что еще каких-то тёлок пригласил, утопил медведь. Я не могу. Да отстаньте от меня, отстаньте от меня. Я не могу просто. А медведя, как ты в костюм вообще нарядил? Как ты медведя здесь утопил? У меня такой... Бедная баба Зина. Если вы знаете, Геннадий Петрович Костя не поздоровится. Он еще и музыкантов каких-то... А еще и камера. Ты все это еще и на камеру снимал. Ладно. Я не буду разбираться, что там. Давай сделаем так. Если ты хочешь, подпишись, пожалуйста, прямо сейчас на этот канал. Если хочешь продолжение, новую серию жизни ютубера, давайте сделаем так. Хотите ли вы, чтобы мы в следующих сериях посмотрели, что же Костя здесь сделал? Потому что на камере вот это все записано. Я могу ее включить, и мы можем посмотреть, что там Костя вообще наделал. Да еще и на ютуб можем выложить. Мне кажется, всем будет интересно, как здесь медведь в джакузи утонул. Костя, ты хотя бы какую скорую? Ты ветеринаров вызвал? Да отстань ты от меня. Не видишь, педобир в джакузи умер. Писта, Костя, да. Это еще... Костя там... Алло. Ну пойдем посмотрим, подписчик. Пошли. Ты еще кто такой усатый, а?